К барыге поехали. Сегодня у нас следующая серия про многострадальный УАЗ. Всем, кто ждал, привет. Всем, кто не ждал, уже извините, но это неизбежно. Значит, что? Вот она коробка. Вот он кардан. Это все, что я купил за это время. Запчастей здесь примерно на 20 тысяч. Сейчас покажу, что я накупил. Все по списку. Ну, масло – это отдельная тема. С фильтрами это неинтересно. Рулевая тяга усиленная, как мне посоветовали. Наконечники. Стабилизаторы, косточки. Сайлентблоки тяги Панара. Ну, конечно же, комплект шкварней фирмы Vaxoil. Видите, я к вам прислушиваюсь. Вы сказали Vaxoil купить, я купил Vaxoil. Слава богу, я нашел недалеко от себя магазин под названием Потребсоюз. У вас Потребсоюз. Вот. Это реклама, не реклама, а просто факт. Болты карданные, ступичные подшипники. Вот они все такие. А все равно скажут реклама, все равно скажут, Илюха продался, продался Илюха. Честно, мне вообще насрать, что скажут. Вот, уплотнители для шаров, ну, само собой, на кардан крестовины. Ну и всякое, короче, барахло, я не знаю, что это такое, но что-то нужно. Все, что мне написали, я все купил. Ты лучше покажи, как колеса болтаются. Ну, я думаю, пока там нечего, тут убитое все намертво, поэтому от того, что я покажу, ничего не изменится. Короче, тут сломано все, все болтается, никто никогда ничего не ремонтировал. Еще раз хочу сказать тем, кто не в курсе, или кто мне писал, вот, давай, там, ставь туда какой-то JZ, UZ, там, я не знаю, еще что-то. Эта машина куплена по минимальной цене для этих автомобилей за 170 тысяч рублей. Я не собираюсь делать из нее никакой корч, не собираюсь ставить никакой УЗ и не собираюсь делать из него котлету, вкладывать 1 000 000 рублей и ехать на Ладогу. Потому что если бы я хотел заниматься этой ерундой, я бы точно бы делал не с этим автомобилем. Я лучше купил бы себе совсем другую машину, и если бы у меня были лишние деньги. Это просто автомобиль, который куплен по минималке. И я хочу его просто поставить на ход и просто порвать Мишу на его дадже. Все. Ну, по крайней мере, попробовать. Мы посмотрим, как он едет, потому что я никогда раньше не ездил на УАЗе. И вообще у меня никогда не было полноприводных машин. Мне говорили, УАЗ, бери УАЗ. Это там машина такая, она везде проедет, такая она офигенная. Я думаю, ну я куплю, посмотрю и заодно вам покажу. То, что я вам рассказываю, и то, что я говорю, что что-то, это просто факт. В данный момент я просто понимаю, что на этом автомобиле ездить по городу нельзя. Это геморрой. Запчасти говно. Комфорта нет. Ощущение, как будто ты сидишь в газели. Ну, я просто для себя понимаю, что этот автомобиль я его купил не для того, чтобы ездить по Москве, а для того, чтобы ездить по полю. Поэтому я его сейчас отремонтирую, выйду в поле, и мы посмотрим, как он вообще себя ведет в полевых условиях. Вот. Те, кто ездит на УАЗе всю свою жизнь, прошу прощения. Я, конечно, понимаю, что вы там фанаты этого автомобиля. И он лучше всех лэнд-крузеров, и там паджеров, и всего чего угодно. Пускай будет, как вы скажете, но я вот на своем опыте это все решил пройти, и поэтому вот так.
Ну что, пришлось ездить в магазин еще раз. Как вы видели, пружины по-любому под замену. Купили новые. Фирмы Фобос. Немного с лифтом на 50 миллиметров. Амортизаторы Каяба. Ну и еще кое-какие запчасти, которых я в прошлый раз, как выяснилось, не докупил. Ну там коленблоки, шланги тормозные, ну и так далее. Спасибо магазину «Автотрипсоюз». Слава богу, он недалеко от меня находится, в нем все есть. На самом деле это очень важно, когда все есть. Когда нет у тебя времени гонять по Москве и собирать все это. А тут раз приехал, и все в наличии, и все отлично. Ну что могу вам сказать? Кто спрашивал? Вот сегодня у нас на 8968. В прошлый раз на 15. Вот. Предыдущую серию вы смотрели, там тоже еще рублей, наверное, на 10. Ну вот в такую сумму примерно обходится восстановление УАЗа в обычном штатном состоянии, без всякого тюнинга, без всяких лифтований, блокировок, лебедок и так далее. Ну что, будем делать? Раз уж взялись, значит, надо закончить. Протащили диски тормозные, денег не хватило на новые. Я не ожидал, что вывалится в такие цифры. И где-то запчастей уже на 40 рублей. Вот, ну ничего, как-нибудь в другой раз купим новые. Все, пошли к правой части. Все, собрали правую сторону. Почти. Почти собрали. Но работы еще до хрена. Ничего так просто на УАЗе не откручивается. Ко всему нужен свой подход, да? Естественно. Леха, верно? Есть еще лучший подход. Болгарка называется. Да, тоже решил отказаться. Болгаркой. Короче, вот гора запчастей, которые мы еще не успели поставить. Все остальное уже поставили. Так что продолжаем. Морды у нас уже залифтованы, только рулевые тяги не стоят. А на задницу мы еще пока не добрались. Тягу одну сняли, уже выбросили, она нам не нужна. Так. Вот у нас новая. О, а здесь придется перепрессовывать. Вот это, конечно, геморрой. Это лед, свернись! Времени нету, ребята. Я бы помог с удовольствием. Ну давай, пока. Давай. Thank you.
Короче, с передком мы закончили и перешли к заду. Надо снять серьги, поставить вот это все каким-то образом. Каким? Что-то мне подсказывает, что это у нас так быстро не получится. Ну что, кардан мы старый сняли, не стали его ремонтировать, не возиться с ним, купили просто новый, ну его нафиг с ним возиться еще. Правильно? Его можно, в принципе, было отремонтировать. Отремонтировать можно все. Только стоит оно того или нет, вопрос. 8 тысяч кардан стоит. Сейчас снимаем эту странную систему. Это типа ручник. Ну, Азия, такой ручник. Если развести, забыл. Купил я новые колодки, не знаю, что из этого получится. Будет он работать, не будет. Значит, проблема встала у нас такая. Мы купили новые амортизаторы, вот эти, Монро. Они, зараза, с другими сайлентблоками, они не подходят по диаметру. Видите, как болтает? Палец меньше, чем в сайлентблоке. Теперь придется вырезать. Я забыл, что на них это сводится на ручнике. Да, там сводится ручник. Да я забыл уже. Последний раз года два назад. Это такой средневековая система, я уж сам. Что там внутри-то вообще? Ну что? Ну как? Главный выжимной. Как обычный барабан. Да. Обычный барабан, обычная система, да, которая ставится там. На всех иномарках, сзади на ручник. Да, конечно, На всех иномарках, ну, сзади стоят на ручнике. Только маленькие. Да. Только маленькие. Это увеличенная модель. Да. Короче говоря, мы пришли к такому выводу, что нам нужна втулка. А втулку для нижнего амортизатора мы решили сделать с подручных средств. Взяли палец поршневой. Но тут проблема, внутри у него есть такой выступ, тут не видно. Короче говоря, его надо спиливать. Вон он, не входит. А это подстава, он каленый, нифига его не берет, ни резец не берет, ни развертка не берет. Вот сейчас будем думать, что делать. Задние серьги эти удлиненные, которые купили, Red BTR. Не лезет туда, зараза, вообще ничего. Я не знаю, как они это делают, для кого. Мы уже и гнули, разгибали, вон. Смотрите, мы туда и пихнуть пытались, но никак. Сейчас вот будем опять думать, что делать. То ли резать сайлентблоки, то ли разгибать эти долбанные стремянки. Черт его знает. Пришел Игорян, героическими усилиями поставил серьгу. Это, конечно, круто. Леха пытается ручник доделать. Я сделал. И можно сказать, что это получилось? Офигеть. Сейчас решаем вопрос с амортизаторами. Игорь выточил втулки сюда. Сейчас покажу, что получилось. Вот они, втулочки под нижний сайлентблок сделали. Я не знаю, как на этот УАЗ вообще можно что-то делать, если нету под рукой станков. Потому что это действительно, как в анекдоте, допилите напильника. Теперь втулочки будут входить, как положено, в новый сайлентблок. Но просто не родной он же с этого амортизатора. Я не знаю вообще, с чего эти амортизаторы, но в магазине продаются как УАЗовские. Но удлиненным ходом типа. В этом сайлентблоке здесь не такие, как штатные. Другой диаметр внутренний. Ну что, что делаешь? Оставляем, подкручиваем кардан. Передний. Задний мы закончили. Задний новый полностью. Передний был. В сборе куплен был, да.
А передний будем сейчас перебивать крестовин, потому что на передний уже денег не хватило. Наконец-то мы их вкорячили. Вот они, родные. Как задралось-то. Амортизаторы тоже вкорячили. Порядок. Ты ручники работают, знаешь? То, что он был зарядный. Я догадался, да. И второй, тебе надо будет тросик потом поменять в дальнейшем. На ручнике? Да. Это еще походит, но все равно надо. Хорошо, будет. Поменяем. В дальнейшем поменять тросик. Этой ручник. Машине все надо поменять, мне кажется, Лёх. Периодический бак пустой. Все, здесь у нас тоже все новое. Лифт наперед. Передние новые тяги. Все дела. Ну что, мы уже приближаемся практически к завершению процесса. Ну, относительно. Как говорится, тюнинг удался. Теперь у меня амортизаторы упираются в колесо. Зашибенно. Теперь по ходу надо покупать еще и диски с другим выносом. Либо ставить просадки. Радость меня переполняет. Это жесть. Блин, это еще на колеса 1012 минимум. Больше, наверное, 15. Ну что, у вас мы перегнали на сход-развал. Еле-еле он туда дополз, потому что колеса уперлись в амортизаторы. Ну и выбора не было. Чё ж, пришлось махнуть сразу в магазин. Па-пам! 3600 за колесо. Вот как-то так. Так что теперь у нас будет вообще бомба. Я даже не ожидал, что так быстро все это организуется. Вот такой он теперь у меня лифтованный красавчик. И не много, и не мало. Самый вообще в размерчик. Так что будем ставить колеса. Наконец-то я попрощаюсь с этими долбанными дисками, которые еле-еле налазили. Вот какой-то Нивы, что ли, здесь стояли. Хер поймешь вообще от чего. Болты в них не влазили, не затянуть ничего. Головка застревала. Фидерзейн. Литой диск. Где новый? Новый, сейчас притащим. Вот он, красавчик, вот он. Опа! Оффроуд! Оффроуд Вилс, или как он там называется. Тяжелый, зараза, тоже. Получилось-то, во как получилось, зашибись. Вылезли они, конечно, адски. Минус 19 диски, это уже нифига не нулевой даже вылет. Но они теперь точно не задевают ничего.
Не знаю, видно, не видно. Вроде видно. Сюда вообще офигенно видно. Короче, ничего теперь не задевает от резины, они теперь далеко. Очень далеко. Ну и зашибись. И главное, теперь даже спереди, если колеса мы поставим, рулевая тяга не будет, а вот так вот в упор стоять, как стояла. Это меня вообще напрягало что-то. Вылезли тапки. Теперь надо делать грязеотбойники, иначе она вся в говнище будет. Ну все, это уже вообще другая машина. Обалдеть. Вот это уже другой разговор, да? Угу. Это уже уровень. Если нулевой вылет, было бы, блядь, вот тут она стояла бы. Поближе, она 2 да? сантиметра ближе было бы. Ну все, вообще теперь ничего не цепляет, вообще ни в упор, ни разу. Тут вон кулак теперь пролезет. Монстр. Маленький такой. Полумонстр. Надеюсь, меня не попрет на большее. Я очень это надеюсь. Ты как думаешь, Игорь? Попрет на большее, да? Ну не, я думаю на этом остановиться, а то что-то уже как-то пошло в разнос.